базу-то я так и не отснял до сих пор. Вот наш домик. Мы здесь были на первом этаже, там 6 мест, но мы там разместились всемером. То есть вот, тут идет винтовая лестница. Здесь у нас уборная с бойлером. Здесь типа столовая, спальня, микроволновка, чайник, холодильник. И вторая комната. Кровать, диван и камин. Здесь были везде лавочки, урны. Здесь детская площадка, батут был. Уже все убирают. Там у нас кафе. У нас, кстати, был включен завтрак. Это костровище. Дальше вон то небольшое строение. Здесь туалет и душ по 9 кабинок. За ним там еще домики небольшие, просто деревянные. И волейбольная площадка. Также по территории базы размещены беседки, мангалы. И вот такой вот песчаный берег. Ну, потому что ты вредина. Я не там села. Там. Ну, в смысле? Ты со мной села. Все дерево обвязали. Пакеты, салфетки, всякая фигня. Да будет так. С вершины горы, короче, можно по велотрассе спускаться, но тут жесткая трасса. Я бы, наверное, тут на каждом повороте бы слетал бы и нос бы разбивал. Тут прям повороты такие крутые. Синюху? Вот эту гору? Это гора Малая Синюха. Может, ты, блядь, скажешь? Холодно! Нужно было теплее одеваться. Гора черта в палец. Красивая смотровая площадка недалеко от озера Ая. Очень крутой подъем. Но, как всегда, самое сложное стоит всего проделанного пути. Плюс мы большую часть пути проехали на машине. Смотрите, какого зверя поймал. Ух, ящерица. Малышка такая, первый раз такую маленькую вижу. Степной Алтайский край.
А это лесной горный Алтай. Алтайский край? Горный Алтай. Алтайский край? Республика Алтай. Разница колоссальная. И пускай люди не думают, что это одно и то же. Спустились мы с четвертого пальца, камера там села. Ехали посмотреть озеро Аев, Малипулечку эту, с островком в центре. Но белое, конечно, круче у нас. Большое озеро с островом в центре. Все гоните туда, через мою деревню, через Поспелиху можно будет проехать. К родителям, гостям можно заскочить. Ая. Мне вдохновило маленькое озерцо, как лужа. Всю территорию застроили отелями. Вот здесь раньше был бесплатный песчаный пляж. Все. Нет бесплатного песчаного пляжа. Есть только территория отеля. Все позастраивали. Чем люди здесь восхищаются, не пойму. Тут как бы, наверное, если только потусить, прям тут пригнать на лето, поклубиться, то возможно, да. Возможно, круто. А так? Не. О, привет. Вот и подошел к концу наш коротенький отдых в Горном Алтае. Грустно. Здесь красиво. Надо больше времени, чтобы все красоты посмотреть. Все по Чуйскому тракту, считай, не ездили. По самой живописной дороге, наверное, в России. Ну ничего, в следующий раз. Понравился Горный? Больше всего Викусе Борисовой понравилось то, что мы отдыхали с родителями. Покатали мамок на лошадях, мамки довольные вообще. Борисов! А? Да. Классно, здесь классно. Очень. Самое удивительное то, что когда мы жили в Барнауле, не было возможности сюда приехать. Чё? Почему? Здесь много отдыхают с палатками. То есть, я надеюсь, камера снимает. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте в бубенцы. Да, сними меня. Сейчас, смотри, как надо. Лайфхак для мужа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А бубенцы? А? А бубенцы? Что значит бубенцы? Ну, колокольчик. А, дубль два. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бубенцы. Какие бубенцы? Ставьте лайки, бубенцы. Ставьте лайки и колокольчик не забывайте, потому что Антосик будет очень доволен. Я люблю, когда Антосик доволен. Муа! Вот как такую не любить? Ладно, давай, пока.